Август 1812 года. В европейской части России идут ожесточенные бои с войсками Наполеона, а в Барнаул на имя городского главы Пуртова от руководства державы поступает просьба о сборе средств на нужды армии. Итог. Жители Барнаула собрали 13 734 рубля. Огромную по тем временам сумму. 10 августа 1850 года на Нагорном кладбище вместо пришедшей в ветхость деревянной Иоанны Предтеченской церкви была заложена каменная. Она была построена на пожертвования горных чиновников Алтайского горного округа. На постройку ушло 7 лет. В 30-е годы 20 века храм разрушили, на месте кладбища организовали выставку достижений народного хозяйства. В 2017 году немного на другом месте храм был воссоздан. 6 августа 1961 года уроженец алтайского села Полковниково Герман Титов стал вторым человеком в истории, увидевшим Землю с орбиты. Его полет продолжался одни сутки и один час. Корабль Титова сделал 17 оборотов вокруг нашей планеты. Кстати, Титову на момент полета было 25 полных лет. Он является еще и самым молодым космонавтом мира.